Доброе утро! Меня зовут Максим Максименко, и это кулинарная рубрика «Есть идея». Сегодня мы приготовим салат с сыром сулугуни. Для этого нам понадобятся свежие овощи, красный болгарский перец, огурец, помидоры черри, лист салата и сыр сулугуни. Овощи нарезаем крупной соломкой. Для салата мы будем использовать горчичную заправку на основе зернистой горчицы, меда и соевого соуса. Перец также нарезаем. Соломкой. Разложим все части отдельно. Помидоры черри режем крупно, просто пополам. Помидоры черри имеют сладковатый вкус, что будет прекрасно дополнять наш салат. Теперь сулугуни. Сулугуни имеет нежную консистенцию, нежную текстуру, нейтральный вкус, который мы дополним нашей заправкой. Сулугуни мы будем нарезать крупным кубиком. И также отправляем все это в посуду, где находятся все остальные овощи. Далее лист салата. Лист салата мы также скручиваем и нарезаем просто соломкой. Салат можно использовать любой. Фризе, лолароса, айсберг, какой вам нравится. Овощи готовы, теперь переходим к заправке. Для приготовления заправки нам понадобится зернистая горчица. Она нежная, у ней приятный пряный вкус. Половина чайной ложки меда. Соевый соус. Немного соли и сок свежего лимона. Заправка должна иметь не густую консистенцию, чтобы она полностью обволокла все овощи и сыр. Заправляем овощи заправкой и хорошенько перемешиваем. Заправки в салате не должно быть очень много. Заправка должна как бы обволакивать овощи, но ни в коем случае, чтобы овощи не плавали в этой заправке. В этот салат можно добавить мясо, и он станет более сытным. Можно добавить отварную курицу, либо копченую курицу. Можно добавить ростбиф, можно добавить какую-то ветчину, и салат будет еще вкуснее. Салат очень богат витаминами, полезный, богат клетчаткой. И завершаем сервировку нашего салата заправкой. Весенний салат с сыром сулугуни и горчичной заправкой готов. Приятного аппетита! До встречи в кулинарной рубрике «Есть идея». Пока!